Дорогие друзья, приветствую вас. Вот уже примерно неделю голубка Гана находится на домашнем лечении. Как вы помните, ей была сделана операция, и наш доктор зашил ей зоб, которого фактически не было. А поскольку его не было, он был, ну, зашит так, что был очень маленькой, очень небольшого размера. Вот, конечно, нам было показано кушать смеси, каши, которые не травмируют зоб, небольшими порциями. С этим всем мы справлялись, девочка неплохо принимала лекарства. Никаких подтеков, никаких дырок не было. Вроде как все было нормально. С сегодняшнего дня, или может уже с вчерашнего, она была переведена на крупы, на щадящие крупы небольшого размера. И, к большому сожалению, у нее снова порвался зоб. Конечно, не так сильно, как это было в прошлый раз, когда мы ее нашли, но там зоба фактически не было. Но теперь порвался он не по шву, а просто в отдельном месте. Вот вы можете видеть. Видите, это торчит как раз крупа. Крупа, которую она покушала. Очень нехорошо, что так вышло, потому что буквально недавно была операция, и, конечно, мы в скором времени, сейчас уже поздно, наверное, завтра утром рано, повезем ее в ветклинику, и нужно будет снова что-то делать. Плохо то, что, как я уже говорил, зоба фактически нету, и зашивать даже эту дырку будет не из чего. Ну, здесь уже будут смотреть доктор и будут принимать меры. Вот недавно только был наркоз, вы сами все видели. Она выходила из него так довольно-таки тяжко. И вот снова непонятно, что будет, видите. И очень жалко, что уже было это лечение. Она кушала щадящую еду. Мы кормили ее через зонт. Она принимала лекарства. Мы смазывали швы. Мы делали ей присыпки. Все это вот эту неделю, с утра до вечера, с утра до вечера, и видите, вот какое несчастье снова. Еще обидно то, что эта голубка попала к нам взрослой, но очень быстро стала любимицей всей семьи. Она с радостью садится на руку, она бегает за нами, когда мы убираемся, когда мы кормим других животных, она вот как липучка. Постоянно, знаете, давно со мной такого не было, когда голубка или голубь так, ну, привыкает и привязывается. Вы знаете, что у нас много птиц, но вот эта девочка покорила сердца всех моих домашних и, конечно, меня. Я с вами просто поделился, дорогие друзья. И хочу вам сказать, чтобы вы берегли себя и берегли ваших животных. Всегда смотрели за ними. Всегда оберегали их, и если животному плохо, то незамедлительно обращались к врачу. Мы, конечно, были с ней и сейчас находимся и утром, и днем, и вечером, и по возможности, и уделяем ей времени больше, чем кому-либо из нашей живности. Но как жалко, что снова этот, блин, чертов зоб порвался. Понимаете, кто вообще придумал зоб этим голубям? У вороны его нету, у чайки нету. А у голубей есть этот несчастный мешок. Видите, как все неудобно. Ладно, дорогие друзья, я буду держать вас в курсе. Конечно, я буду держать вас в курсе. Если будет повторная операция, она будет, я уверен. Конечно, я уже не буду, наверное, снимать это все для вас. Тут уже просто мы просто будем надеяться на хорошее. И в случае хорошего, как... Вы поняли меня? Если все будет нормально, потом я вам сообщу. Видите, и все заново, и все заново, и опять эти зонты, и опять эти каши. Видите, как все. Ганна, все должно быть нормально. Спасибо за внимание, дорогие друзья.
она.